Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских горняков с их профессиональным праздником – Днем Шахтера. День Шахтера ежегодно отмечается в Украине в последнее воскресенье августа. Праздник установлен согласно указу президента от 16 августа 1993 года. В поздравлении президента говорится, ежедневный упорный труд и высокий профессионализм шахтеров является залогом стабильной работы отечественного топливно-энергетического комплекса, способного удовлетворить потребность национального товаропроизводителя в качественном энергоносителе и обеспечить теплом и светом каждый украинский дом. Владимир Зеленский отметил, что сегодня перед шахтерами появляются новые вызовы и ответственные задачи. Верю что в процессе реформирования и обновления отрасли мы совместными усилиями достигнем энергетической независимости страны. Уверен, что ваше мужество и преданность делу и впредь будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию государства и повышению уровня благосостояния наших граждан, отметил президент. Глава государства пожелал шахтерам крепкого здоровья, мира, семейного благополучия и весомых трудовых свершений. По случаю Дня шахтера президент впервые за последние годы отметил украинских горняков государственными наградами. Один человек был награжден орденом за заслуги второй степени, еще четыре человека получили ордена за заслуги третьей степени. Орденом княгини Ольги третьей степени были награждены три человека, а орденом за доблестный шахтерский труд третьей степени – 16 человек. Медаль за труд и доблесть получили 13 шахтеров. Спасибо вам за просмотры. Подпишитесь на наш канал. Всего вам доброго.